бы с вами какие-нибудь суммы, которые легко считаются. Вот какие суммы вы в жизни считали? Ну, кроме как денежных. Ну что, их считали больше, чем ты слагаемые подряд? Сумма геометрической прогрессии. Так. Считали геометрическую прогрессию? Самое важное умение – это уметь посчитать сумму. Давайте вспомним, как считается сумма геометрической прогрессии. Конечно, индикатор никак не похож на эту сумму геометрической прогрессии, это я не спорю. Но, коль мы взялись какую-то сумму считать, спрашивают, что надо делать сначала, то стоит какая-то дикая сумма каких-то диких выражений. Но надо вспомнить, а что в принципе мы умеем считать, может, мы сможем как-то потом подрулить к тому, что умеем считать. Значит, ну и вот оказывается, что самое простое, что мы умеем считать, это, например, вот такая сумма. Q плюс Q квадрате, плюс так далее, плюс Q в степени. Вот так мы умеем считать. Да, как вы считаете? Как найти вот такой раз? S равно Q умножить на Q в степени n минус 1 делить на Q минус 1. Ну, это хорошо, как бы помнить, а если не помнишь, то как считать? Какой есть способ? Умножить во-первых, на 1 минус Q. Тогда все знают, что это равно. Сколько? N будет, правильно? Значит, если Q равно 1, будет просто N. Хорошо, пусть Q теперь не равно 1. Что будет получаться, когда Q не равно 1? Ну, надо взять и S умножить на Q. Значит, и посмотрите, что будет написано. Смотрите. N. Вот S. Это Q, Q в квадрате, плюс так далее, плюс Q в степени. А вот QS. Это будет Q в квадрате, плюс так далее, плюс Q в степени N, плюс Q в степени N плюс 1. А теперь давайте вычтем из верхнюю в нижнюю. Что получится? Будет 1 плюс Q, S. А здесь будет что? Видно, что вот эти сокращаются? Q минус Q. Минус. Ой. Вот это мне Q в степени N плюс 1. Можем мы отсюда S найти? Можем, конечно. Чего мне тут искать? Значит, получается, что S равно Q минус Q в степени N плюс 1. Разделить на что? На 1 минус Q. Правильно? Ну, считаем. Значит, хорошо, умеем складывать геометрическую прогрессию. Но как-то у нас совсем не похоже на геометрическую прогрессию, правда?